Жила-была одна девочка. Как-то ночью она тихо лежала в своей кроватке, а над ней беспокойно мерцала маленькая искорка. Много лет искорка охраняла сон хозяйки в самые темные ночи, и вот сегодня что-то не давало ей покоя. Призвав на помощь волшебную силу, искорка поднялась в воздух и полетела по комнате. Ей надо было собраться с мыслями. Искорка остановилась перед портретом своей хозяйки Алисии. Она посмотрела на девочку и, наконец, решила действовать. Ее милая, улыбчивая девочка попала в беду. Но искорка знала, что надо делать. Ей только нужен был надежный помощник. Как хорошо, что она знала, где его искать. Эй, косолапый! А ну-ка, подъем! Где-то я уже слышал этот омерзительный писк. О, ты всегда такой милый! Я б тебя даже трогать не стала, если б не заболела Алисия. Да что ты говоришь? Ну, передай, пусть не хворает. Эй, Мишка, не смешно! На счету каждая минута! Нашу Алисию заколдовали демоны снов! Ну, демоны заколдовали девочку. А я-то тут при чем? Это же Алисия! Это не ко мне. Знаешь, я всегда говорила, что ты просто эгоист. А она-то думала, ты храбрый герой. Так, слушай сюда, ты, насекомая. Что ты мне тут втираешь про демонов? Издеваешься? Это твоя больная девочка бросила меня в сундук и крышку закрыла, не поморщившись. Если теперь ее кто и заколдовал, она разберется. Я в нее верю. А, ну да, все ясно. Отдавили Мишке больное самолюбие. И давно ты тут в сундуке? Год или больше? Забыла она про тебя, про бедняжку, и ты, конечно, надулся. Почему наша девочка перестала играть с тупым старым медведем? Раз сам не понял, давай я тебе объясню простыми словами. Ты жалкий, немытый, малодушный. Хватит меня бесить. Выкладывай четко по делу, что там у вас случилось. А потом, будь добра, заткнись. Между прочим, на обиженных воду возят. В общем, слушай, медведь. Наша с тобой хозяйка Алисия спит мертвым сном, потому что ее подсознание пожирают демоны! Чепуха какая-то. Ну ладно, предположим, пожирают. А мы-то с тобой чего можем сделать? Вот поверь мне, если бы у меня был выбор, к тебе бы я за помощью не пошла. Давай ближе к делу, козявка! Ладно, ладно, надо же, какой энтузиазм. В общем, слушай. Мое волшебство может провести кого-нибудь в мир снов Алисии. А ты раньше охранял ее сон от чудовищ. У тебя есть опыт? Ага, то есть ты признаешь, что Алисия лучше засыпала со мной, чем с дурацким мелким светлячком? Тебе бы хвастаться поменьше. Я это все к чему веду. Хотя ты уже старый, пыльный и никому не нужный драный медведь, в мире снов ты будешь ей самый лучший защитник. Ладно, а что делать-то? Убивать все, что движется? Примерно так. Ну, уговорила. Пойду я с тобой в мир снов. Разомну старые лапы. Лапы разомнешь? Ты, видно, не понял ситуацию. Да все я понял, козявка. Не хочу я быть ни для кого героем. Но чего только не сделаешь, лишь бы ты перестала жужжать по духам. Нервы и так ни к черту. Тебе не понять, что делает с медведем такой срок в душном темном сундуке. Что происходит? Я стал сильнее и легче. Мы в мире снов Алисии, а значит, ты такой, каким она тебя представляет. Ну ладно, это уже интересно. Пошли. Всем уходим, приятного Мишка! Просмотра. Всех приветствую. И давайте поиграем сегодня с вами в мрачные истории. Игрушка легенькая такая, расслабляющая. Здесь нужно будет выполнять несложные с вами головоломки, квесты проходить и
Давай перепрыгнем, оп, и попробовать. Ну-ка, залапай! Освободить нашу Алисию. Тут так темно. Ха, лампочка боится темноты. Такой остроумный. О, смотри, давай-ка зажжем свет. Да, давай попробуем. Скорее, Мишка! Броня, значит. У Алисии богатая фантазия. Ну что ж, шансы у нас подросли. Да, давайте в такие моменты доверимся, что когда будут диалоги, я просто буду молчать. Так, побежали. Блин, а прикольная броня. Я уже как-то пробовал проходить эту игру, даже вроде без комментариев записал минут на 15 прохождения, а потом думаю, почему бы полностью ее не пройти. Игрушка веселая и интересная. Оля, красная шапочка волка пожирает. Неплохо. Так, тихо-тихо, все хорошо. Давай дружить. Я пришел с миром. Что я чую? Ты кто такой? Волчьим духом от тебя не пахнет. А может, ты заблудился? Ну, наверное. Ты только укажи мне дорогу, и я сразу пойду. Как неосмотрительно, друг мой. Тебе мама не говорила, что опасно сворачивать с тропинки? Теперь ты влип. Вокруг рыщут гнусные волки, которые мечтают разорвать тебя на части. И они уже взяли твой след. То есть мне конец? Если хочешь спасти свою шкуру, спеши к дому моей бабушки. Ну, ты дай хоть на ноги встать, и я сразу пойду. Смотри, снова не заблудись. Постараемся. Да, жесть, бедный волк. Жуткий вой, от него прям шерсть дыбом. Но от опасности мы не бежим, мы будем драться, правильно? Не тупи, косолапый! Сейчас самое время удирать! Нам нужно оружие, иначе тебя мигом сожрут! Так, если не ошибаюсь, если нажать на Escape, древо навыков... Вот, и мы можем с вами прокачивать древо навыков. Ага, очки 0, меню снаряжения. Так, чтобы сменить снаряжение, можно заглянуть. Ага, так, меню снаряжения. Хорошо, у нас, по-моему, ничего пока мест нету. Ладно, мы побежали дальше. Только я не знаю, где нам меч с вами достать. Вот это вот я не помню. Так, зеркала телепорты позволяют перемещаться по миру снов. Нажать перемещение. Ага, а у нас пока с вами нету открытых зеркалов. Хорошо, тогда отправляемся дальше, я так думаю. Так, ну я думаю, нужно будет сначала хпшку нам прокачивать. Хорошо, что у нас с вами 4 жизни. Нужно будет хпшку прокачивать, а потом уже все остальное. Блин, я реально не помню, где тут меч взять. Главное, что мы его не упустили. Ага, а вот и волки, да? Беги, беги, беги. Ёб твою. Здорово. Дон достала библиотеки. Ладно. Предлагаю уходить отсюда. Сейчас, давай подождем. И побежали. Хорошо. Так. Зеркала наблюдают за вашими успехами. Отлично. Мы не можем никак тут тебя... Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Или да. Или все-таки да. Ой, ты же сейчас по швам разойдешься. Ну ты не волнуйся. Постой секунду на месте. Поглотаю тебя волшебной иголочкой. Да, давай. Эй, спасибо. А поаккуратнее нельзя? Подумаешь, комарик укусил. Не ной. Ну вот, все, готово? Должен признать, от тебя все-таки есть польза. А то, я даже сама довольна. Это не новость. Ты вообще самодовольная. Так, удерживайте А, чтобы
Зашить раны. Ага, ну давай. А, нам не нужно, да? Так, ты кто? Ты просто лампочка, я так понимаю. Нужно будет сейчас попробовать. Поранимся, попробовать заштопать нашего мишку. Так, хорошо. Бонжур. Ага, так тебе и надо. Курица помада. Так, отлично. Я не помню по поводу двойного прыжка. По-моему, здесь у нас такого нету. Так, отлично. А нам точно не в эту сторону? По-моему, не. Ладно. Насколько я... Ага, ножницы, ля. Насколько я помню, я буду здесь очень много падать, очень много начинать все заново. Трепещите, волки, со мной ржавые ножницы. Ты что, их не узнал? Это же те самые ножницы, с которыми Алисии запрещали играть. Это самое опасное оружие в этом мире. Надо только чуть-чуть поколдовать. Ух ты, ножницы избавили меня от этой мошки. И правда оружие невиданной силы. Не дождешься, я всегда рядом. Вот, смотри, не порежься. Мое волшебство пробудило истинную мощь этих клинков. Давай, вытаскивай скорее. Так-то лучше. Другое дело. Теперь посмотрим, что у всех этих монстров внутри. Чисто Эскалибур, да? Так, нажмите Ctrl, чтобы ударить врагов. Ctrl, Ctrl. Ага, я могу на мышку это делать. Все, прикольно, потому что на Ctrl будет... неудобно. Так, отлично. Это, по-моему, у нас идет сохранение. А сюда нам нужно вроде вниз, да, прыгнуть. Так, и давай посмотрим на монстра. Здорово. Есть. Слушай внимательно, косолапый. Я так и собирался. Будут мне еще всякие ножницы указания раздавать. Ты лучше думай о цели. С каждым поверженным врагом мы будем становиться сильнее. Только так мы сможем спасти Алисию. Так, а давайте нажмем на древо навыков. Это исцеление. Даже Ромину нужно лечиться. Повышает скорость атаки легким оружием. Пробуждает демонов и снов. Забирайте их силу. Может, пойдем в силу? Меню снаряжения. А почему я не могу? Алло, а что такое? Почему меня выкидывают отсюда? Ага, значит, у нас ничего еще с вами и нету. Ну ладно. Блин, нам наверх либо вниз, как думаете? Ага. Здесь порезать я ничего не могу. Значит, побежали вверх. Так, отлично. Осторожно! От нее все отскакивает! Беги, мохнатый! Бегу. А куда бежать? Так, погоди. Но явно не вниз же, правильно? А нет, вот сюда. Здорово. Шикарным. Так, тут нам, по-моему, наверх. Здесь. Ага, вот как нужно победить ее. Эй, косолапый! Хочешь узнать, почему я единственная и неповторимая? А можешь ты хоть иногда побыть неповторимой молча? Мы собрали достаточно сил, чтобы я улучшила наши навыки. Ну, надеюсь, это будет что-то стоящее. Не зря же я тебя терплю. Сейчас сам увидишь. Так, очко навыков. Давайте, наверное, может, мы пойдем вот сюда. Ножницы, с которыми запрещали играть. Маленькая лисы. Быстрее и смертоноснее. Так, давай, наверное,
Да, вот сюда пойдем. Удерживайте. Так, есть, отлично. Здесь мы ускориться не можем. Ага, я так понял, нам нужно будет с вами убивать врагов, получать желтую ману, не знаю, что это такое. Желтую штуку, которая с них выпадает, и тогда мы сможем с вами прокачиваться. Нужно будет, главное, не забывать насчет этого, потому что я себя знаю. Я тут прокачиваюсь, а тут забываю. Так, а с ними, по-моему, мы не сможем, да, сражаться, или сможем? А не, сможем. Шикарно, побежали дальше. Ага, отскакивает. Это у нас, по-моему, сохранение. Да, есть, отлично. Так, двигайтесь вниз. Space, ага, понял. Вот тут, по-моему, сейчас какой-то мини-босс будет, да? Жесть. Меня восхищает то, как ты режешь этих гнусных волков. Так приятно видеть в твоих глазах отражение моей собственной ненависти. Что это за чудовище? Это ты его убила? В одиночку? О, это царь волков. Он был силен, но встреча с тобой так меня воодушевила, что мне захотелось тебя удивить. Чем? Огромным трупом? Сюрприз удался. Нет, дружок, я удивлю тебя иначе. Сюда! На помощь! Медведь убил царя волков! Вот мой сюрприз. Славная битва, которая утопит в крови темный лес. Ты что, издевайся, женщина? Ребята, я этого не делал. Честно, я этого не делал. Так, ладно, придется сражаться тогда. Придется тогда сражаться. А что поделаешь? Так, а я могу на волка запрыгнуть, либо не могу? Нет, к сожалению, не могу. Ладно, бегим отсюда. Ага, у нас тут тупик. Так, и как мне... А как мне запрыгнуть? Может, вниз как там можно спрыгнуть? Так, а ну, а где наши... Где наша фея? Почему она нам не помогает? Можно лапы. Сейчас, ребят, дайте сообразить. Я понимаю, что нам нужно как-то наверх, но наверх я не могу подняться, здесь нету за что. Ага, вот. Вот, отлично, понял. Вот как проходить, хорошо. Так, и наверх. О, шикарно. Да не трогал я вашего царя, короля, честно, честно не трогал. Так, вот, давайте как раз попробуем на H нажать. Все, заштопали. Все. Ну, здорово. Ну, прыгай, давай. Так, минус один. Нужно будет сейчас как раз, когда закончим эту миссию, прокачаться в навыках. Ага, то есть нужно, чтобы эта штука отвернулась, да, от меня? Да. Блин, а дай, пожалуйста, запрыгнуть. О, спасибо. Нет, 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 нет. Вот такие моменты я не люблю, когда... Нет, нет, тихо, 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 тихо. Штопаемся. Знаешь, вот такие моменты я не люблю, когда не успеваю перепрыгнуть.
есть отличным. Давай, перепрыгивай. И молодец. А давай посмотрим в навыках, древо навыков. Ага, но все равно по нулям. Так, повышает урон. Да, нужно будет идти в урон, а потом уже идти в здоровье. Я так думаю. Так, сейчас подождем. Пока миссион развернется. Ну давай, уходи. Все, смотри, я ушел. Меня нету. Ну уходи. До побачення. Мужички ты мой. Ну, ладно, не хочешь. И не надо. Так, мы тут, по-моему, с вами сохранились, да? Все, отлично. Сейчас он повернется. Сейчас он повернется, и мы его с вами мэкнем. Есть. Плюс еще немножечко добавилось. Так, перепрыгнуть и побежали. Так, тут, по-моему, у нас деревья тонуть будут, да? Либо не? А нет, не будут. Ага, а это что такое? Собака. Дика. Ага. Главное успевать. Во. Сейчас еще одну мышку с вами. Давай попробуем сделать вот так. Во, я хочу увеличить просто урон на нашем оружии. Во, отлично, шикарно, что могу сказать. Давай увеличиваем урон. Есть, а в следующем уже пойдем с вами на ХП, чтобы мы больше восстанавливали себе. Так, нажмите W. Нажали. Ага, мы прошли всего лишь 29%. Хорошо. Кто и зачем это сделал? Не знаю. Пойдем отсюда. Не нравится мне все это. Так, не переживай, мы с тобой прокачались. О. Вниз, да? Молодец. Ты все-таки сюда добрался. Проклятая девчонка. Я наблюдаю, как ты сражаешься, и внутри у меня разгорается настоящее пламя. Хотя, погоди-ка, на этот раз пламя разгорается в лесу. Я не понял, что ты несешь? Ты превосходно сыграл роль приманки. Благодаря тебе сюда сбежалась вся волчья стая, и вся она погибнет. Осталось уничтожить последних, которые скрылись в логове. Ничего, скоро этим поганым тварям придет конец. Ты психопатка! Реальная психопатка, красная шапочка. Так, я так понимаю, нам нужно будет с вами сейчас что-то делать, да? Либо сражаться с волка. Ах ты, ля ты, падла. Так, ладно, побежали отсюда. Ага, мы убежать не можем. Вниз, да? Могу? Вниз? Нет, могу. Не могу вниз. Знаешь, тут два варианта. Ждать, пока мне сюда придут все волки. Или что? Ай! Или что делать? Так, хорошо, но дальше я ничего тут не вижу. По-моему, пройти вниз. Ага, вот, отлично, есть. Побежали. Нужно было просто постоять возле дерева, да? Оно у нас упало. О, сохранилка.
Так, а ну-ка, иди-ка ты сюда. Во, молодец, умничка. Давай посмотрим, у нас тут слева тупичок, да? Ну тогда пошлите справа. Других вариантов я тут не вижу. Угу. Допрыгни, спасибо. Ага, понял. Нужно повыше это делать. Есть. Отлично. А мы допрыгнем с вами? Не, к сожалению, не допрыгнем. Мы что-то взяли. С вами что-то подняли только что. Я только так и не понял, что мы подняли. Вот тут я помню, сейчас будет какая-то головоломка, по-моему, которую нужно будет пройти. Куда-то побежать, где-то вернуться. Что-то... Ёп! Что-то сделать. Так, здорово. Ага. Донде стала библиотека? Ладно. Подождем. Серьезно, ты каждые 2 метра будешь так останавливаться? Ну все, прекращай. Хорошо. Угу. Шикарно. Переиграли. Так, есть сохранение. Двигаемся дальше. Это что, кровать Алисии? Точно! Удивительное совпадение! Удивительное совпадение? Мы находимся в кошмаре маленькой девочки, и дорога ведет нас под кровать. Не нравится мне это. Старый ты трус! А ты безмозглая козявка, но ругаться будем потом. Сейчас мы должны быть начеку. Не переживай, у нас с тобой есть супер-пупер мечи. И мы справимся. Так, ага. Ага, тут, по-моему, Ёп! По-моему, тут где-то пауки должны быть. Насколько я помню. Хотя могу и ошибаться. Так, стой! Давай подхилимся. Все, шикарно. Все, вроде все сосульки упали. Вроде бы да. Блин, у меня большое желание вниз спуститься, посмотреть, что там есть. Как думаете, стоит это делать? Ага. Не, погоди, это ж вроде этот мост, с которого мы сюда пришли. Или нет? Помните, я такой мост уже проходил? А я-то прыгну туда. Там вроде тупик. Не, тут тупик, ребят. Это, наверное, здесь у нас просто летучие мыши, благодаря которым мы сможем с вами сейчас улучшить, да, навык, да. Давай, наверное, пойдем вот сюда. Есть, здоровье мы с вами немножечко улучшили, я правильно понимаю? Да. Давай сделаем вот так вот, добавим. Этого минусуем и побежали дальше. Сука. Падла, маленьких обижать, да? Ну да, маленьких обижать, падла будет. Давай, иди сюда. Все, успел. Так, погоди, я ж тебя успел. Или не? Давай. Уходи. Есть, отлично. Теперь 2 варианта. Тут либо вниз, либо вверх. Что у нас внизу есть? А ровным счетом ничего, да? Ага, погоди, там... А это что такое? Ай, больно. А видели наверху что-то было? А как мне туда попасть? Наверное, через грибочек, да? Вот этот вот, сука. Погоди, 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 погоди. Стой, 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 успокойся. Давай заштопаемся. Все, больше не могу.
Угу, шикарно. Не шикарно. Угу, туда допрыгнуть я не могу, ладно. Но каким-то ж образом чудесным я же должен туда попасть, наверх, вот сюда, правильно же я понимаю, либо нет? Почему я не могу допрыгнуть? А я не могу туда допрыгнуть. Вот в чем проблемка. Ну все, все, хватит быковать. Так, нужно обмануть его. Угу. Нужно как-то обмануть его и забрать отсюда. Все, уходи. Уходи, уходи, уходи. Давай вот так сейчас сделаем. Есть, отлично. Как мне попасть наверх? Кто мне скажет вот эту вот штуку? Ай. Ага. Ладно, идем отсюда. Значит, никак, да? Но я попытался. Потратил 3 жизни и попытался. Ладно. Нет, нет, так нет. Че поделаешь? Крица, что ж поделаем? Падла, одна жизнь осталась. Хорошо, можно заштопаться. Ну, по-любому нам сюда нужно как-то пробраться, только как это сделать, кто мне скажет? Так, наверху. Угу. Давай наверх. Не, давайте вниз все-таки спустимся. Давай спустимся вниз. Ну, ну все, давай, давай. Начинай ехать. Интересно, они так долго будут стоять, пока мисс... Я рядышком буду, да? Я так понимаю. Хорошо, давай отойдем. Угу, не успел. А кто не успел, тот опоздал, правильно? Есть, отлично. Вот тут все какой-то проход еще есть, но... Падла, писишь меня. Ладно, пошли наверх. А что это за грибочек? Ага, я подзависаю, да, на нем? Прикольненько. Так, и что это мне даст? По-моему, если не ошибаюсь, если я сейчас наверх пойду, то это будет в том же самом месте, откуда мы пришли, правильно? Так, нажми дабл, есть 47% всего лишь заполнено, нет. Угу. А давай попробуем все-таки вернуться, если получится. Падла, нет. Да, это конкретно именно... То место, откуда мы с вами пришли, да? Ага. Да. Я не знаю, честно, как туда добраться. Если, может, кто-то будет в курсе, и что это такое, то можете мне написать. Честно, я пока без понятия. Может, как-то нужно было от стенки оттолкнуться там. А может и нет. Ладно, не столь важно. Побежали. Побежали дальше. Так, кто тут? Что за музыка? А я ведь знала, что ты не погибнешь. Ну, спасибо за похвалу. И заодно за попытку убийства. Зал уже ждет нашего последнего танца. Осталось только украсить его твоей кровью. Весьма польщен вашим приглашением, мадмуазель. Кажется, я забыла упомянуть. Кровь
делает меня гораздо сильнее. Жесть, и что мне с ней делать? У меня получается хоть какой-то ей урон наносить, либо не получается. Ай ты, больно. Или не получается урон мне наносить, как думаете? Ага, все, мы закончились. К сожалению, мы закончились. Мы сейчас, наверное, начнем с того места, где мы сохранились, да, с вами последний раз? А не. Во, шикарно. Блин, а где у меня урон здесь показывается нашей красной шапочке? Так, уходи. Ага. Ля ты какая хитрая. Все, тихонечко. Все, победили. Так, нажмите Shift, чтобы сделать рывок. Угу, у нас Shift появился. Где это я? Ты умер и попал в рай для медведей. Умер? Не верю. А на вид все такой же наивный. Хватит юлить, демоница. Говори, что я здесь делаю? Ты здесь, потому что убил одну кровожадную девчонку. И теперь я думаю, прикончить тебя или нет. Ответь на такой вопрос. Ты знаешь, кто я такая? Ну, идейная мстительница. А, понятно. Ты все забыл. Что забыл? Моя голова. Ты не уйдешь! Я с тобой еще не закончила. Подъем! Тихо, тихо, блоха летучая. Слышу я тебя. Наконец-то! Очнулся! Ты лежал без сознания! Что случилось? Спроси чего полегче. Вроде все нормально было, а потом вдруг стало темно, и что-то пыталось меня убить. Ну ты даешь. Мало того, что мы уже внутри чужого кошмара. Не хватало нам тут еще твоих собственных. Ладно, нам пора идти. Алисия сама себя не спасет. Так, Shift. Ага, вот. Это, наверное, я теперь могу... Нет, не могу. Помните, я хотел... с вами добраться до одного места. Это нужно было в прыжке, наверное, вот так делать. Ну, ладно. Давайте, наверное, так. На этом мы серию с вами и закончим. И в следующий раз уже отсюда с вами и начнем продолжать наше с вами путешествие. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игрушка понравилась. Мне лично она зашла. И хочу пройти ее полностью. Так что все. Всем до потом и пока-пока.